Доброго дня суток. В серии Optimals все видели, наверное, уже новинку или многие видели. Появились бустеры. Чем же бустер отличается от сыворотки, например, да? Ну, начнем с сыворотки, потому что они нам известны. Сыворотка – это часть комплексного ухода. Она применяется периодически по состоянию кожи. Например, если у вас молодая кожа, вы принимаете только осенью и весной. Антивозрастные, как эта сыворотка или в серии Novage, применяются через месяц, раз в месяц, для улучшения проблемы кожи и под конкретную кожу. Это часть дополнительного ухода. Бустеры – это у нас самостоятельный, да, получается, жидкость, но она и является как дополнительность в крем. Мы его берем, адаптированно для серии Optimals, да, проводили с ними, испытали. И они предназначены для любого типа кожи и применяются для решения проблемы. Это, получается, зелененький у нас бустер обновляющий. Он предназначен для детокса кожи. Для всех, видите, написано типов лица. То есть мы решаем проблему как детокса с кожей, да, как что у нас там, тусклость, воспаление, акне, сухость, шелушение, да, не хватает сияния у вас, да, не хватает питания здесь кожи. Вы применяете его в крем для решения проблем. Здесь есть пипеточка. Эта пипеточка капельку в крем, в ночной, дневной, как вам удобно будет. И вместе все смешивать. Это не отдельная сыворотка, это не отдельный препарат. Его нельзя отдельно наносить на кожу лица, именно конкретно этот бустер, да, серии Optimals, нельзя наносить отдельно на кожу лица. И применяете его до решения проблем. Решена проблема, вы прекращаете его применение. В Optimal серии 3 бустера, как я сказала, это детокс обновляющий, есть еще энергетический, придающий сияние, и есть еще питательный для решения конкретных проблем. Если интересно, пишите, расскажу, какой бустер для чего.